Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Цветочные джунгли от Блондинки. Как же я любуюсь своими новиночками! В этом году у меня такие вот требования к растениям, которые я собираюсь покупать. Во-первых, они должны быть с распродажи, они должны быть невероятно прекрасными. Несмотря на распродажу, они должны быть в хорошем состоянии. И вы знаете, я очень много таких растений нахожу. Например, вот эта орхидея. Просто вот после праздников уценяют не пропавшие растения, неплохие, а уценяют хорошие, потому что их слишком много купили. Врезия вообще идеальная. Вот это подарочек, который мне дали к суккулентам, который меня убедил, что бромелиевые – это не такое страшное слово. Он так чудесно растет, в отличие от суккулентов, которые я считала такими уж неприхотливыми. Драцена тоже с распродажи. То есть это все дешевенько. Это вот по 100 гривен буквально я большинство растений купила. Но врезия немножко дороже. Орхидея 100 гривен, но тоже с распродажи Голдилок. Вот этот филодендрончик. Но он, конечно же, дороже. И я цену уже забыла, потому что если что-то было дороже, лучше и не вспоминать. Очень себя неплохо чувствуют кротоны. Я, конечно, с ними ношусь. Я их все время купаю. Они маленькие, это удобно, совершенно не обременительно. Вот. Но они чувствуют себя вполне. Я их даже решилась пересадить, потому что торф – это дело коварное. В торфе оно может расти, потом внезапно раз и перелиться, потому что торф очень влагоемкий. У меня прекрасно летом росли ктинанты прям в грунте. Я их посадила в грунт, там у меня было такое местечко, хорошенький был рыхлый грунт под деревом. Они так хорошо разрослись, когда-то я их все покупала. Вот это был какой-то один такой листик с какими-то слабыми корешками. Ктинанты я покупала за символическую цену. Даже не за 100, не за 50 гривен. А, наверное, вот этот листик с какими-то корешками я купила за 10. И вот у меня теперь этих ктинант много разрослось. И они так хорошо выглядели. Я их посадила 3 штуки вот в большой горшок. И они начали чахнуть, сохнуть, листья крутить. То есть нужно сажать в маленький теперь, в обратную сторону. Я вот тут подготовила горшки. Сейчас покажу. Может быть, и они окажутся, они сохнут просто. Может быть, и они окажутся большими. Вот сейчас я сравню. Так. Ну вот. В 2 раза меньше. Может быть, нужно помыть и еще более маленькие. Мне сегодня придется уже начать посадку гипиаструмов, потому что так надеялась, что они будут спать до весны. Но нет, мои надежды не оправдались. Они просыпаются, уже белые листья. Поэтому работы много сегодня. Нельзя назвать комнатные таким уже ленивым процессом. Но он такой захватывающий. Я вот на эту орхидею рядом с филодендроном не могу налюбоваться. Так красиво получается. Очень интересно смотреть на вот эти композиции. Они наконец-таки высохли после посадки. Не умею я первый раз поливать. И очень интересно мне смотреть на мои кротончики. В этом году у меня это просто новая любовь. Ну и мне нереально нравятся суккуленты. Даже все, что вытягивается слегка, оно такое хорошенькое. Я весной эти верхушки отрежу, поукореняю. И надеюсь, тут будет очень интересные такие они вот со всех сторон. Очень на это надеюсь, будут расти. И это будет интересное зрелище. Так что все вот эти вот мои садики я просто в восторге от этой затеи, от всего, что я в этом году купила. Так что я займусь пересадкой актинант и посмотрю.
осадкой гиппиаструмов сегодня. А всем удачи и здоровья!